по Ленинградскому, Волоколамскому, Можайскому шоссе везут в столицу из совхозов и колхозов области молоко на Московский молочный комбинат имени Горького. В каждом из этих резервуаров 10 тысяч литров уже пастеризованного молока. Пастеризация, которая происходит при нагревании до нужной температуры, убивает вредные бактерии и сохраняет все питательные и вкусовые свойства молока. Точные приборы показывают температуру, позволяя контролировать процесс пастеризации в герметически закупоренных чанах. Разливочная машина. Эта машина наполняет в час 6000 бутылок. А этот автомат быстро и ловко разливает простоквашу. Товар готов и запечатан. Ну а прежде чем уйти в магазин, каждая новая партия продукции тщательно проверяется в заводской лаборатории химиками и врачами. Эта фирменная этикетка гарантирует свежесть, отличный вкус и высокую питательность продукта.